Канал Топ Гол представляет результаты 6-го тура чемпионата Италии и пятерку команд, расположившихся в верхней части турнирной таблицы. Итак, пятое место. Наполи. Неаполитанцы сыграли ярко и эффективно. Удинезе капитулировал. Квичек Кварацхелия забил свой первый гол в сезоне. 4-1. Четвертое место. Аталанта. Королева провинциалов посетила Верону. Гол Тёйна Копмейнерса в дебюте оказался победным. 1-0. Третье место. Ювентус. Старая сеньора также блеснула скромностью и отметилась за матч только один единственный раз. 1-0 после удара Аркадиуша Милика и победа над Лечче. Второе место. Милан. Россонери пришлось отыгрываться в матче с Кальяри. Забить получилось с большим запасом. К голу в первом тайме добавилось еще два во втором. 3-1. Первое место. Интер. Неожиданно оступился в матче с Сассуоло. Нерадзури забили гол в первом тайме, но во втором гости прибавили обороты и Доменико Берарди отобрал очки у лидера. Подписывайтесь на канал. Спасибо, если уже сделали это. Смотрим дальше.